просто посмотрите, ребята, а что будет, если несколько вот так вот их покидать? Мне вот аж интересно стало, что тут будет. Ой-ой-ой-ой. Ребята, если вы хотите получить вещи, которые вы видите прямо сейчас на экране, то вам нужно всего лишь-то за одну секунду. Первое, подписаться на мой канал. Второе, поставить лайк этому видео. Ну и третье, конечно же, нажать на колокольчик. Ну что ж, даем отчет. Раз. Ребята, я надеюсь то, что вы успели подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Если вы не успели, то сделайте это прямо сейчас. И те, кто отпишутся от моего канала, не получат эти вещи. Всем привет, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, я, Евген Бой, и это мое новое видео по игре Майнкрафт. И, ребята, сегодня у нас в деревне жителей сразится армия щенячьего патруля против армии сказочного патруля, да. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто же из них победит. И, кстати, ребята, кто меня прямо сейчас по ссылке в описании добавит в друзья ВКонтакте, тот получит бесплатный набор стикеров, реально. Я вам его отправлю, так что, ребята, добавляйтесь там и пишите мне ВКонтакте, чтобы я вам реально отправил стикеры. Так, ну что ж, давайте уже сходим сюда, наконец-таки. Да, смотрите, тут реально... Ой-ой-ой-ой, они уже на меня настроены. Смотрите, это армия, то есть щенячий патруль, вот, то есть крепыш, получается гонщик и маршал. А это армия сказочного патруля. Аленка, Снежка и Варя. И, ребята, мне интересно, кто же победит? Ну что, житель, я могу тут посмотреть, кто из них победит? Так, стоп, Евген Бой. Короче, тебе надо 2 стака долларов за билет. В смысле, за какой еще билет, житель? Ну, за билет, ты понял, короче, чтобы ты мог посмотреть этот бой. Хорошо, сейчас, ребята, я возьму деньги и куплю этот билет. Потому что, ну, это не бесплатное зрелище, как оказывается. Ну, вы сами поняли, да? Так, раз, два, три, четыре, пять. На всякий случай вот столько вот я возьму. Сейчас я жителю уложу, получается, в сундук это все. А, вот, так, житель, все, я сейчас тебе несу, получается, деньги. А, вот, давай, житель, на, забирай. То есть, раз, два, все, вот билет. Иди, короче, сделай себе, ну ты понял, топорик и разруби эту стену. Топорик сделать? Ладно, ребята, сейчас я еще сделаю, скрафчу себе топорик, чтобы реально разрубить эту стену, потому что, ну, без топорика не получится ее как-то сломать, а вот, поэтому давайте мы сейчас добудем тут досочки. А, все, погнали, погнали к жителю уже, наконец-таки, и сейчас мы посмотрим реально, кто же из них победит, мне самому аж интересно. А, так, получается, делаем верстак и делаем сразу же палочки, да. Так, ну что ж, пишите свои догадки в комментариях, кто же из них победит. Я вот сам, ребята, написал уже в комментариях, поэтому пишите теперь и вы, да. Ой-ой-ой, у меня аж зависло что-то, да. Так, я надеюсь, они до меня сейчас тут не достанут. Все, пишем теперь expand 4 doven и set 0. Все, смотрите, они начинают драку, ребята. Смотрите, кто же из них победит. Я даже не знаю, тут вообще просто, я не знаю, мутанты какие-то дерутся. Давайте мы, ребята, это все сейчас посмотрим. А, то есть, да, кто же из них реально победит. Смотрите, они реально дерутся тут. А, вот, я не знаю, кто из них победит. Пишите прямо сейчас реально в комментариях, кто же выиграет. То есть, гонщик там, маршал, крепыш, или же Аленка, Снежка и Варя. Я даже сам не знаю, кто из них победит, вот, поэтому вы, пожалуйста, напишите это в комментариях, так что, да. Так, давайте, кстати, по приколу пропишем мы Ундо, вот, смотрите, все, стена их заблокировала, да, но они тут продолжают вроде бы драку, смотрите, реально, они продолжают драку, но стена их блокирует, ну, вы сами видите то, что стена их блокирует, вот, и я не знаю даже, кто победит из них, но выигрывает пока что почему-то щенячий патруль, ребята, я не знаю, кто реально из них победит. Так, давайте снова напишем, получается, set 0, вот так вот, все, отлично, отлично, они снова тут в драку вступают. Так, давайте, мы сейчас смотрим, кто же тут победит, все же, я даже, ребята, не знаю, но это очень спорные моменты, конечно. Так, давайте мы следить будем. Все, что ли, так быстро? Ребята, это что такое? Что это такое? Это так быстро, что ли? Так быстро они победили? Серьезно? Вы серьезно просто? Вы так быстро победили? Офигеть, ребята.
Щенячий патруль, походу, победил сказочный. Ребята, ну серьезно, я тут никак не виноват, то есть реально, напишите реально в комментариях, кого вы написали, то есть кто для вас является героем, то есть щенячий патруль, либо же сказочный. Так, ладно, мне как раз нужна прямо сейчас еда, поэтому я ее сейчас, пожалуй, добуду. Вот, мне нужна пшеничка как раз таки, чтобы скрафтить хлеб. А хлеб мы можем скрафтить, получается, в верстаке. Да, поэтому мы сейчас бежим и крафтим его. Так, очень много хлеба, очень много хлеба мы сейчас крафтим. Я надеюсь, у нас тут все получится, то есть, да. Так, очень прямо много хлеба мы, получается, крафтим. А вот так вот. Все, отлично, мы скрафтили хлеб. У нас теперь его много, ну, серьезно, как-то ой, щенячий патруль все же выиграл, то есть вот, смотрите, вот они выиграли. Да, это очень, конечно же, странно. Житель, а ты, кстати, за кого болел? А, я даже не знаю, пусть подписчики напишут в комментариях. Да, ребята, реально, напишите это в комментариях, кто победил. Ну, сейчас мы все же будем тестировать, получается, сказочный... Ой, щенячий патруль, я все путаюсь, ребята. Вот, то есть, называю сказочный. Так, во-первых, давайте возьмем ТНТ. Да, вот такой вот ТНТ. И давайте в них сейчас будем мы кидать его. Бдыщ! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Смотрите, они просто разлетаются, ребята. Серьезно, давайте мы сейчас будем их вот так вот тестировать. Всех. Смогут ли они выдержать этот ТНТ или нет? Так, тут есть еще другой ТНТ, вот какой-то такой. Давайте. Ой, я очень надеюсь, то, что это сейчас не тот ТНТ. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки. Вы посмотрите, что тут произошло с деревней и вообще со всеми. Я просто такого не ожидал. А это что за ТНТ? А, это просто ТНТ вот такой вот. Ну, ребята, тут произошло очень что-то жесткое. Вы посмотрите прямо. Прямо вообще у меня аж компьютер не выдерживает этого. Вот этого, да, всего. То есть, ну давайте мы вот так вот покидаем. Но они, смотрите, вообще очень сильные. Да, смотрите, то есть я их не могу как-то победить. Вот. Но сейчас мы это попробуем, то есть, да, сделать. Мы их попробуем сейчас победить этими ТНТ. Сейчас я возьму также базуку. Сейчас, подождите, ребята. Я возьму базуку одну очень мощную, ядерную прямо. Вот эту вот. И смотрите. Бух-бух. Просто вот так вот. Бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух. Вот. Вот так вот, ребята. То есть, смотрите, вот так вот это делается. Смотрите, просто ничего тут не осталось. Офигеть. Вот это очень жестко. Вот этот ТНТ, смотрите, он очень жесткий. Просто смотрите, он просто сейчас все там разнесет. Смотрите. О, вы просто посмотрите, ребята. А что будет, если несколько вот так вот их покидать? Мне вот аж интересно стало. Что тут будет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аж деревню вроде бы задело. Вы посмотрите, ребята, какой просто мощный взрыв. Получился у нас, аж деревню задело. Это реально очень плохо. Так, друзья, давайте мы сейчас попробуем это все, как бы, ну, вы понимаете, застроить. Я не знаю, получится ли это у нас сделать или же нет. Но мы должны это сделать, потому что, ну, тут очень огромный взрыв получился. Как бы, да, это не круто. Поэтому давайте мы пишем сейчас expand, ну, 50 дован, получается, и set 2. И посмотрим, что у нас изменится сейчас. Давайте мы реально, ребята, посмотрим. Все. Все, то есть мы, ребята, это закрыли, смотрите. Да, реально, мы закрыли это. Это просто круто. Мы починили деревню, получается. Вот. Так, 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 давайте мы тут все осмотрим. Реально, мы починили вроде бы деревню. Но мы немного тут не рассчитали, конечно. Давайте мы сейчас это все рассчитаем. Получается, что так. Давайте мы сейчас как-нибудь... вот туда сейчас, сюда, куда-нибудь. Мы вот сюда вот прилетим. И получается, тут пропишем уже set 0. Все, теперь мы должны были рассчитать вот землю, то есть, да. Мы должны были сейчас рассчитать ее. Вот. То есть все, ребята. Мы, получается, все застроили. Почти все застроили. Я надеюсь, то, что у нас это все получится сейчас сделать, то есть застроить. Я не знаю, да, ребята, реально, я надеюсь, то, что у нас это реально получится. Вот, давайте мы сейчас
С2 пропишем тут. Ну, в общем, как-то так мы достроили. Мы сейчас деревню как бы тоже сейчас будем достраивать. Тут ферму, все такое. В общем-то, друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Ну, а также ставить лайки. Сегодня сразилась у нас армия Сказочный патруль против Щенячий патруль. Да, не забывайте писать в комментариях, кто же победил. На этом все. У микрофона был я, Евген Бой. Всем удачи и всем пока-пока. Ну, а я сейчас пока что тут дострою тут деревню. Да, всем пока.